Одесса на связи. 26 августа 2024 года. У нас продолжается воздушная тревога, о которой я сообщал в своем предыдущем видео. Началась она в 12:41. Сейчас время 13:16. До сих пор отбой воздушной тревоги не давали. Но в 13:11 поступила информация о том, что был пуск баллистики в нашем направлении. Еще раз повторюсь, время 13:16. Никаких взрывов в городе, во всяком случае, не звучало. За область тоже вроде бы как ничего не сообщали. И сообщают о том, что пока что без дальнейшей фиксации. То есть ракету не фиксируют, куда она делась, неизвестно. Вот. Так что как-то так. Обстановочка, скажем так, неспокойная, обстановочка напряженная, поэтому будьте бдительны и обязательно реагируйте на сигналы воздушной тревоги, потому что во время утренней атаки у нас 7 пострадавших. Есть дети пострадавшие, причем травмы достаточно серьезные, поэтому на тревогу обязательно нужно реагировать. Мы видим, какая обстановка неспокойная. Вот. Как-то так. Я на связи. Подписывайтесь. До встречи. Пока.